Сегодня 18 декабря 2016 года. Вот такая погода в этом городе Симферополе в Крыму. Сейчас выйдем с гаража. Сегодня ноль. Для Крыма это обыденная в зиму погода. 0 плюс 2, минус 5 ночью может быть. Ну, фишка в том, что гололед. А дороги умирают. Потому что замерзло. О, видите, повело. А, ну вы не видите, вы не понимаете. У меня только что задницу занесло, задний привод. Грязь, вон, видите, на стекле. Короче, так и живем. Было бы хорошо, чтобы если этот снег бы не таял, а пролежал бы до самого декабря. Вон, у нас здесь елки продают. Сосны. Там мне подсказывает, что это все дико нелегально. Но это их дело. Пусть сами с властями разбираются. Назад. Вот так. Сегодня воскресенье. Все выходные. Набралось, наверное, за выходные. Ну. Церковь вот. Это бывший мебельный магазин. Сейчас церковь. Собственно, грязюка везде на дорогах, на больших. Это мы с вами по центру не ездим, это так. Ладно, все, буду парковаться. Всего доброго, всем пока.